Доброе утро. Вновь мы в лесу. Идем на речку. Речки у нас уже вроде как прихватило все. Маленькие, по крайней мере, большие уже стоят. Соответственно, и маленькие тоже должны уже встать. Ну, естественно, на перекаты надеяться не будем. Лучше их будем обходить стороной. Но все же надежда есть, что речка встала полностью. Даже вместе с перекатами. Были у нас морозы буквально дня 3 назад. Ё-парасоте. О, прилетело. Буквально 3 дня назад. Сегодня у нас 0. Вот. Представляете, как погода? С минус 30 до 0 градусов прыгает. И вот сегодня я решил съездить на рыбалочку. Отправляемся мы недалеко от дома. Места здесь как бы проходные. Вот, смотрите, уже тропа есть. Уже люди ходили на речку. В общем, идем на реку. Будем пытаться ловить сегодня хариуса. Как-то так. Ну что, до речки уже мне осталось недалеко. Я думаю, где-то метров 100. И там будем смотреть, что творится тут. На речке еще довольно много открытых мест. Вышел я немножко выше места, куда я хотел. Ну, пошел по чужим следам. Рябчик орет. Тут вообще, смотрите, поворот. Водичка вся наверху. Мы будем идти стараться как-то вдоль берега. Хотя и вдоль берега тоже, как вы знаете, лед такой не очень. Тут вообще капитально воды. Что, возможно, даже придется вылезать на берег и обходить это место по берегу. А ладно, камеру убираю, аккуратно обхожу это место. Ну вот, с горем пополам я добрался до места. Бурить начну где-то вот здесь. Тут поворотик. Ну, более знакомые места. Здесь еще никого не было. Я здесь первый. Следы и первые лунки были там внизу. Я прошел сюда. Здесь как бы пока чисто. Сейчас будем пробовать бурить. Ну и посмотрим, будет ли сегодня брать рыба или нет. Рыбачить сегодня будем мы на классические тяжелые вольфрамовые мормышки и классический опарыш. Вот такой вот многогранничек белый. В прошлом году он себя показывал с очень хорошей стороны. Посмотрим, как он себя покажет в этом году. Плесик тут не глубокий. Если рыба есть, она себя покажет сразу. Вот, ребята, первый хариус. Только включил камеру и начал опускать мормышку. Сразу же схватил. Смотрите, довольно крупный. Так, мель тут вообще страшная. Причем только вот начал опускать, только буквально кромку льда. Ага. Вот еще кто-то клюет. По-любому хариус. Смотрите, какой красавчик. Угу. Опа, вот он еще один. Довольно неплохой. Пошла первая зимняя хариузиная рыбалка. Погода резко поменялась. Прямо резко. Ветер, пошел снег. Так, вот
здесь тоже мелко. Опа. Есть, удар был. Ребят, видели? Удар был. Харю, значит, стоит. Опа. Красавчик. Хороший, такого можно взять. Пока вот здесь мелко, там глубоко. Пока вот прям смели берет. Вот смотрите, буквально вот. Вот отсюда до сюда вот такая мель. Хотя я предпочитаю более глубокие места. Ага. Вот он. Хорошенькие. Пока все хорошенькие, даже отпускать некого. Смотрите, какие красавцы. На эту удочку была поклевка. Это, можно сказать, не поклевка, а подтяжка. О, все-таки схватил маленький. Все-таки схватил. Вот на такую вот мормышку с мушкой. Все равно на кончик я одеваю одного опарика. Самого маленького, но одеваю. Ну, ты клюнул. Потом долгое время не клевал, подошел, подергал и вот взял. О, пошли карандаши, блин, ёпрось, это несерьезно. Это несерьезно. Ух ты, смотрите, какой кабан схватил. Вот эту удочку я только кинул и отошел, и смотрите, сразу на нее схватил, какой громадина. Ух, хороший. Хороший. На вот такую вот мормышку с вот таким вот непонятным жуком. Так, ну что, я решил сделать чайную минутку у себя. Время уже 9:30 утра. Здесь вот немножко подергало в нескольких местах, и все, и тишина. Вы, наверное, задались вопросом, почему я вот так вот хожу, выгляжу как, мягко сказать, как клоун. Но в этом есть свои плюсы. Так как у меня сапоги с очень широкими голенищами, и брюки, я не могу их натянуть наверх. А сейчас мы ходим по снегу, лед тонкий, всегда можно даже провалиться на перекатике, пусть он будет не глубокий, но по колено, если провалишься и вода затечет туда, будет очень неприятно. Я работаю на железнодороге, как, может быть, некоторые знают, и нам выдают вот такие сигнальные рукава. Сигнальные рукава вот это зимние. Летние сигнальные рукава это вот такие же, только они с дырочками и с ХБ сделаны. А зимние, они как бы вот с такой плащевочки. И делаем просто. В этом году я решил просто натянуть вот так вот рукав сюда. Если ты проваливаешься, по крайней мере, у тебя, во-первых, ты идешь по снегу, и снег не попадает в сапог. Ну и если ты даже провалишься в воду, так как это как плащевочка, у тебя тоже вот сразу сюда это ничего не просочится. Как бы вот у тебя есть вот такой вот кусок сухости. И даже если ты провалишься, вода тут сразу же она будет заходить, а здесь она все-таки вот эта плащевка, она не даст. И буквально там, если ты быстро провалился и сразу же выдернул ногу, ну если там не задержался там на 3-5 секунд этой воде, то маловероятно, что вообще вода попадет у тебя в сапог. Так что вот такой вот небольшой, как называется, лайк-фак. В общем, если у кого есть товарищи железнодорожники и вот такие же проблемы, можете попросить. Рукава у всех всегда есть, в запасе вот такие зимние. И вот так одевать, да, выглядеть ты будешь не очень, но это спасает от всяких казусов. И вот я прошел довольно длительное время в них, и они ничего не слетели, вот как висят, так и висят на ногах. Пожалуй, я сейчас допью чаек
и пойду на следующее место, так как клев здесь вообще прекратился. Вытащил я здесь 7 хариусков с этого плесика. 2, правда, были маленькие. И 5 такие довольно достойные. 2 вообще отличных хариуса. Так что допиваем чай с хворостом домашним и идем дальше. Пока пил чай, заметил еле заметную поклевку. И вот маленький хариусочек попался. Это правда зараза. Сожрали всего опарыша. Ну что, пришел я на новое место. Рыбачить буду вот здесь. Разбурился здесь вход в поворот. Надеюсь, что здесь рыба будет. По крайней мере, вот прошлые года хариус здесь всегда стоял. Я надеюсь, в этом году тоже будет все так же. Расставим здесь удочки и будем ждать. Здесь уже лед более тонкий. Буквально 2-3 раза крутанешь ледобором, и сразу же уже дыра. Не знаю почему, здесь очень много выступило воды. Вот в этом месте именно. Первая поклевка. Ох, какой хорошенький. Смотрите на него. О-хо-хо-хо-хо-хо. Стой, брат. Смотрите. Вот он. Постояла. Схватил. Хорошенький. Очень хороший хариус. Только решил посидеть, попить чаю. Ту сторону все обошел до поворота. Все обдолбил, ни одной поклевочки нет. Пошел сюда, пробурил пару лунок. Думаю, сяду, посижу, чай попью. А тут смотрите, какой красавец расхватил. Может быть, у меня один. Но тоже удочка постояла минуты 2-3. Ничего не было. А тут раз поклевка. Большой. Дернул пару раз и все. Во. Опа. Блин, маленький, наверное, пистолетик. Опа. Смотрите. Маленький, наверное, тот же самый, что я и отпустил. Еле-еле клюет. Опа. Подсек я тебя, брат. Подходит, наверное, нюхает. Еле-еле заметно. Эх ты, брат. Брат. Опа. Давай, плыви. Дергай отсюда. Опять съел у меня опарыша. Соседи, загнили, как хорошо. Хорошая была поклевка, вон на эту клюв, на первую. Опа. На эту заклевал. Ну, красота, ребят. Что, клюв начался?
Фу, опять клюет. Опа. Ух ты какой, смотрите, монстр. Вот тут же вот, знает, уже сразу же клюет. Три удочки сразу одновременно клюв. Значит, есть рыба. Опа. Значит, рыба есть, просто вот она. У нее заскоки. Опа. Хороший удар был. Хорошенький. Прям почувствовал по удочке. Ну. Опа. А, пистолетик. Вот его уже можно взять. Угу. Так, пойду я. О, смотрите, какой красавец попался. Просто красавец. Ух. Ух. Да? А эта удочка вообще стояла минут, наверное, 15-20. Тишина была. Тут, смотрите, раз заклевало. Все сразу, блин. Ладно. Поклевки периодически есть. Значит, хариус здесь есть. Просто он вот компенсирует мозги. Вот видали, до этого было прям на трех удочках. На одной, второй, на третьей сразу одновременно. Вот что-то ему вот в голову стукнуло и сразу заклевал везде. То есть, по-любому, вот, вот на этом участке стоит он. Просто сейчас опять, наверное, перезадумался. Чего-то ждет. Ну и мы немножко его подождем. Сейчас пройду, конечно, пошевелю удочки все. Ну нет-нет, а поклевки есть. Так что рыбачим дальше. Когда мой брат. Опа. Смотрите. Вот он. Вот он, мозгокрут наш. Да. Эх ты, брат. Ну что ж ты так? Вот красавец. Не профукал. Я его все-таки взял. Хороший, хороший хариус. Хорошо было. Опа. О, хороший сковородник, хороший. Взять можно. Опа. Кинул и пошел бурить следующую лунку. Смотрите, сразу цепился. Опа. Вялые, вялые поклевки, но есть. Опа. Смотрите, красавчик. Красавчик. Хороший хариусок. Поклевки-то стали такие вялые-вялые. Опа! Еще сразу же, смотрите. А этот уже, смотрите, бодро схватил. Говорю, вялые. Что, все вялые? Хороший. А что, подошел, что ли? Или что, я активизировался? Опа. Поклевки. Тоже не стояло-стояло. Подошел, тюкнул. Опа, вытащил. Брат, ты же брат мне, брат. Опа. Ага.
Опа. Вот. Да, я так и думал, честно говоря, что маленькие мозги компасируют. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Красавец, расти. Расти. Вот. Сковородка. Все-таки отпустим. Он немножко мелковатый. Чуть было бы больше, а можно было взять это. Что мелковатенький. Сковородка это. Не знаю, как. Пистончик. Как его еще назвать? Мелкого хариуса. Опа! Сразу же, смотри, сразу же поклевка еще. Опа! Опять малышок. Ну, это малышок. Опа. Опа. Подтяжечки. Опа. Здесь. Мелочь, блин, смотрите. Чем иду дальше, по плюсу, тем хариус мельче. Ну, в любом случае, где есть мелкий хариус, там может и затесаться и крупняк. Опа, вот. Это хорошая сковородка. Это отличная сковородка. Ага. Да, смотрите, бодренький какой. Прямо как вцепился. Ух. Хорошенький, хорошая сковородка. Большая, я бы сказал, чугунная даже. Пришел на новое место, разбурился. Сейчас будем пробовать. Пройдемся здесь, вот нашел такое место интересное. Здесь мель. Вот тут начинается свал, здесь яма. И вот там, где любят бурмина, там тоже мель. Здесь я никогда не рыбачил. Надо попробовать, что вообще здесь творится. Угу, поклевка опять, видите, как видите, есть. То ли мелочь тут, то ли что. Опа! Да, мелочевка. Даже, смотрите, даже мелочь не активная. Время уже где-то, может, ближе к часу. Вот до обеда еще как-то клевало, а вот после обеда, смотрите, вообще... Затишье, даже мелочь. Хотя такая вот мелочь должна сразу хапать. Клевочки. Ух ты, какой хорошенький. Смотрите. Блин. Отличный хариус. Просто отличный. Поклевочки такие были, тюк-тюк-тюк-тюк, слабенькие. Иду назад, вот три луночки пробурил перед поворотом. Попробую, думаю. Вот смотрите, заклевало. Может, конечно, одиночка. Будем надеяться, что нет. Ага. Вот, еще хорошенький, смотрите. Отличный хариус, отличный. Просто отличный. Опа.
Малышок. Все, видимо, кончились здесь крупнячки. Остались вот такие малыши. Плыви, брат. Сейчас допью чай, да. Пойду уже в сторону дома. Ну что, я уже пошел назад. Сейчас еще одно местечко попробую. И, пожалуй, будем выходить в машине. Сейчас еще в одно местечко попробую. Пожалуй, уже будем выходить в машине. Смотрите, как хорошо поклевывает Хариус. Под вечер он решил немножко показать себя. Мелочь, наверное. Ну и то хорошо. Погода сегодня, в принципе, была неплохая. Но морозить стало хорошо. Утром, когда я ехал сюда, где-то был ноль. Сейчас погода, наверное, уже минус 8, минус 10. К завтрашнему дню, вообще к вечеру, обещают тридцатки. У нас погода что-то вообще сейчас стала кидаться из крайности в крайность. А я, наверное, потихонечку буду собираться. Время уже позднее. Темнеет у нас очень быстро. У нас уже сейчас после 2 часов начинаются сумерки. В 3 часа уже довольно-таки некомфортно. Так что рыбалка получилась вот такая. Ну, в принципе, поймал как бы неплохо. Особенно для первого льда. Ходить в некоторых местах еще опасно. Очень сильно хрустит лед. К вечеру ветер вообще не стал дуть. Хорошо стало. Красота. В общем, как-то так. Всем пока. До новых встреч.